Привет, с вами Оксана. Сегодня я снимаю свою рукодельную неделю и хочу показать свои продвижения по своим процессам. Вот, ну, первый мой процесс, который сейчас вот у меня, я очень надеюсь, что я его дошью до конца лета. Во всяком случае, буду стараться. Это золотые ручки фирма, называется наборчик «Сладкая парочка». Так. Сейчас покажу, что у меня на конве. Девчонки, у нас идет дождь, темно, уж повключала вот все, что можно. И все равно цвета передают немножко неправильно. Вот такая красота у меня получилась. Мне очень нравится результат. Здесь даже вот тут вот в этой части тень такая на корзиночке, да? То есть как бы... Золотые ручки, конечно, делают просто какие-то невероятные проработки. Это все очень классно блестит. Если вот, видите, как здорово получается. Все вот эти чашки, все вот это мишки. У них прям такой блестящий бисер прям здесь. Мне очень нравится, как получается. Я прям в восторге. И начала я третий лист. Вот мой первый ряд, то есть всего их 6. Я хочу вот вышить нижнюю часть и потом пойду постепенно на 3 листа верхних. Схема у меня, я уже достала вот этот новый лист, вот потихонечку буду колупать. Там все очень простое, если смотреть на схему, то очень много, ну, бисера одного цвета, да, такие прям цветовые пятна какие-то. Рядами он идет, очень легко отшивается, кстати. Рядами такие вещи вообще вышиваются очень просто. Напомню, что в наборе 66 цветов, и я сейчас покажу свой бисер, что у меня в остатках. Ой, каких-то цветов уже нет совсем. Вот у меня тут пустые пакеты, то есть я уже их пересыпала основательно в органайзеры, и здесь уже, видите, все, то есть ничего не остается. Я досыпаю, в принципе, по чуть-чуть, ну, мало ли, уроню или еще что-то, да, высыплю на всякий случай. Вот, бисер у меня разложен по цветам, вот по цветовой, как бы, да, и мне так его легко очень находить, то есть я знаю, что ищу и какой цвет у меня где лежит. Вот, ну, в принципе, вот тут только вот этот вот 60-й цвет, я еще его не шила. Вот такой огромный пакет у меня, вот целый он прям еще, и красивый ровненький бисер, мне очень нравится, все замечательно. Ну, какие-то цвета вот часто идут. Вот, здесь вот все синие такие цвета. Так, это что-то черное зачесалось сюда. Вот, 31 цвет. В общем, тут очень много, видите, целая куча вот этих вот голубых оттенков. Ну, это вот это небо и, в принципе, все, что с ним связано. И костюмчики у Мишки. Так, ну, вот так вот у меня по бисеру сейчас. Ну, не так его тут и много, не знаю, хватит мне, нет. Мне очень самой интересно, но надеюсь, что хватит. Вот пока что вот такой у меня процесс. Буду потихонечку его шить. Надеюсь, что до конца лета таки я успею. Так, девочки, что я еще решила включить в свои недели? Это вот такой набор от Ванны «Котята с книгами». Ой, боже, не знаю, когда его дошить. Я надеюсь, что в рукодельных неделях я все-таки это сделаю. Мне очень нравится этот маленький такой наборчик. Он там 34 на 29 сантиметров. Шьется он очень легко. И я решила его включить все-таки в свои недели, потому что хочется его и закончить. На самом деле у меня уже отшито прилично. И я думаю, что... Ну, может быть, до конца лета я как-то уложусь. Я, во всяком случае, очень постараюсь с ним как-то чего-то разобраться. Так, сейчас покажу.
такое превью. Ну, вы все видели этот набор, у них старый УПАН, но он давным-давно продается, уже там, не знаю, несколько лет. Но, тем не менее, очень он такой милый, да, мимишный. Очень нравится мне вот этот вот рыжий котик, он самый такой симпатичный. И я постараюсь его все-таки домучить. Вот что у меня на конве. Сейчас я как-нибудь вот так приближу. То есть я дошила вот эту стопку книг. Вот эта верхняя книжка у меня практически готова. Отшивается это все очень легко. Но тут видно цветовые пятна. Тут тоже он идет. Тут вот полукрест, вот эта скатерть. Здесь большой очень ключ. Много сложений ниток. Знаете, как у Риолиса, и в 2, и в 3, и во сколько хотите. Вот тут чернильница, на ней используется металлик фирмы Гамма. Ну, он не очень качественный, конечно, но я решила, что менять его не буду. Значит, первый котик готов. Немножко я тут побэкала вот перо, лапу, да, вот эти когти. Вот, то есть, если смотреть на превью, то мне... остается до верха вот это вот. Вот, то есть вот эта книжка у меня, да, вот она. Здесь вот эти белые страницы я дошиваю, потом еще котик и вот эту вот часть вот этой картины. То есть, и я перехожу к следующему листу. Здесь в схеме всего два листа. Ну, панны достаточно крупные схемы. Вот как это выглядит у меня. Листы такие достаточно огромные, большие, вот всего два листа. Но схема очень читабельна, понятна, мне вообще нравятся схемы этой фирмы. Очень крупные значки здесь, нисколько мне это не мешает вообще. То есть вот, и видите, как шьется, вот группка, прям кучка, прям одних вот символов. Вот, очень легко, мне очень нравится этот процесс. Вот, поэтому я и хочу, собственно, с ним быстренько разобраться. То есть вот он, вторая половина листа, это то, что уже отшито. Покажу ключ, но ключ, конечно, умеет удивлять. То есть, девчонки, это ключ. Тут вот 31 цвет, смотрите, смешение цветов, полный крест в две нити. Смешение в 3 нити, полукрест в 5 нитей, в 4 нити, в 3 нити, полукрест в 4 по 2 каждого, ну и, естественно, наш любимый бэкстич. Тут еще есть французский узелок. Вот такой вот ключ. Я не знаю, что здесь все это дает. В принципе, на картине не видно, что тут в 3 нити, что тут в 2 нити, да. Ну, я вот, например, вижу вот эту скатерть, она тут как раз и вышивалась, то в 2, то в 3, то в 1, то не пойми как. Все остальное здесь вышито крестиком. Вот, ну и сказать, что, ну, не знаю, лично я какого-то эффекта, что там, 3D, да, я лично не вижу. Вот. Вот здесь на книжках тоже. Вот тут 4, по-моему. Такой, знаете, как выделяется, как буграми идет. 4 нитки, конечно, выделяются. Но не оценит это никто, если эта картина будет висеть, все будут смотреть, ну, вышито и вышито. Во сколько там это нитей, не знаю. В общем, что-то в последнее время и панны, и Риолис очень шибко стали вот падать на вот такие вот разработки, где очень много всевозможных стежков и каких-то там смешений ниток, ну, всего прочего. Ну, ладно, в общем... Вот такая работа, мне она нравится, я только вот эти рыжие пятна на коте как-то, не знаю, мне кажется, не очень они, ну ладно, несуразные, может быть, они какие-то очень слишком яркие, что ли, даже, их можно было немножко даже сделать, не знаю, покоричневее, наверное, что ли, ну ладно, в общем, это уже как-нибудь дошью. Вот, вот такой процессик я еще достала. Так, ну, в эту неделю у меня еще вошли красавицы, значит, я не так много эту неделю на самом деле вышивала, у меня совсем не было времени, но, тем не менее, значит, что я сделала, как я продвинулась, я вышиваю сейчас вот эти лотосы,
И я вышила, вот тут зеленый цвет, здесь два оттенка, ну видно, да, побледнее и потемней. То есть я сейчас дошиваю, вот второй оттенок, это вот этот цвет, вот этот вот темно, какой-то фиолетовый он тут. Лотосы огромные, вот столько их тут. То есть я сейчас планирую дошить вот этот вот фиолетовый. И потихоньку зашивать вот этот вот горшок. То есть я сейчас хочу полностью отшить первую красавицу со всеми ее вот этими вот, что тут, декорами, да? Значит, дошила я 99-й, но я вот тут еще не лазила сюда. Вот видите, вот платье второй девушки. И вот я, то есть, хочу до платья вышить вот полностью вот эту часть. Вот. Думаю, что на следующей неделе, ну, я попробую, я не знаю, может быть, я даже буду эту неделю следующую только шить красать. Я пока посмотрю, может быть, мне неделю их прям пошить плотно и закончить вот этот вот фрагмент. То есть горшок, лотосы, ну, хотя бы вот до сюда, да, вот до остатки вот этого балкона, вот сюда вот, то есть, и до красавицы, вот до платья. Процесс мне нравится, идет легко, но у меня сломались обе китайские иголки, которые были в наборе. В наборе было две иглы, и они, к сожалению, на этом и закончились. У меня отскочили ушки просто целиком, и в одной, и во второй игле. У меня первый раз такое, это говорит о том, что китайские иглы, которые кладет фирма НКФ, некачественные. Так, по ниткам. Ну, вот смотрите, у меня закончился седьмой цвет. Это уже из пасмы ниточка одна из запасных. Она у меня просто здесь уже не нужна на вышивке. Я ее сюда привязала. Нитки плохие. СХС мне совершенно не нравится. Они махрятся, они ползут. Они прилипают к рукам. Ну, синтетика, что сказать, есть синтетика. У меня даже, знаете, возникла мысль закупить DMC по номерам и продолжить DMC, пока не так у меня и много здесь отшито. Но я подумаю, потому что я посравнивала SHS с DMC, они вообще не совпадают. Кто говорит, что совпадают 100%, это неправда. Я достала нитки DMC, там кое-какие, посмотрела вот эти цвета. Ну, то бишь, знаете как? Да, она зеленая и СХС зеленая, но оттенок совершенно другой. Мне кажется, что в нитках DMC эта картина была бы ярче. Во всяком случае, у девчонок, кто вышивал, мне показалось, что ярче. Именно нитки DMC дают какой-то такой вот сочный цвет. Ну, посмотрим. Я сейчас еще по этому поводу поразмышляю. Может быть, я и плюну на эти, не пойми что, и начну шить DMC. И еще из ХС говорят, что выгорает на солнце. Я, наверное, сейчас дожди закончатся, проведу такой эксперимент. Какой-нибудь пучок нитки положу на неделю на солнце. И посмотрим, что с ней будет. Мне очень интересно. Я давно этот эксперимент хотела сделать. Насколько я знаю, DMC не выгорают. У меня не было такого. Во всяком случае, как-то вот не случалось. А вот с СХС может вполне себе такое произойти. Ну ладно, это я попробую, поэкспериментирую. Надеюсь, что все будет в порядке. Вот. В общем, пока я себе оставляю задачу шить вот эту часть. И вот таким вот образом до платья второй красавицы закончить вот этот кусочек. Ну, надеюсь, что следующая неделя моя будет более какая-то такая. Вот, и я смогу как-то это все дело организовать. Не знаю, посмотрим. Так, ну, продолжаем видео. И я сейчас покажу еще вот этот набор, который я тоже хочу включить в свои рукодельные недели. Очень хочу, я не могу просто, меня просто поражает как красота данного сюжета. И, в общем, это фирма Даме. Я знаю, что никто на YouTube не показывал подобное
вообще. Это очень сложный, такой непростой набор. Называется «Романтическая любовь». Вот. И вот такая вот картинка парня с девушкой. Просто вот великолепная. В наборе очень много чего присутствует. Вот, к сожалению, мелкая такая превьюшка. Ой, девочки, вот все это в бисере. Все вот это вот отшивается бисером, металлизированной ниткой. То есть вот это платье. Здесь присутствуют элементы декора. Какие-то бусины, какие-то бабочки. То есть вот это тоже, вот это все бисер. Вот сейчас настроится. Так, бисер. Вот здесь бисером обшивается платье. У парня бисером вот полностью его вот этот вот пиджак, или как это называется, вот тут бисер, карманы из бисера, вот здесь все вот эти бисерные лацканы, потом вот это все бисер и металлик. У девчонки прическа, вот это зеленая, это металлизированная нитка, то есть вот такая просто, ну, бомбический набор. Я не видела ни отшивов, ни процессов. В общем, ничего по нему нет. Я сейчас разверну схему и покажу, где тут что. Вот эта схема для бисера, она огромная. Если видно, да, то есть вот. То есть видно, да, что здесь под номерами пришиваются бусины рядами. Потом вот такие крупные бусины пришиваются. Здесь бусина в форме цветка. Увы, в наборе шли только нитки. Вот этих всяких бисерных декоров и металлика здесь не присутствовало. Я не знаю, почему такая комплектация. Это очень, конечно, печально. То есть вот эти цветы, это вот, это все бисер. Вот, это схема для бисера. Потом у девушки тут великолепная такая сережка. Вот, надо мне эту схему, наверное, как-то порезать. Очень большая она. А вот это вот колье, там в форме цветка, крупная зеленая бусина. В общем, здесь всего куча. Вот, посмотрите, у молодого человека, у нее руки там в браслетах. Это все-все-все обшивается бисером. Покажу схему, девчонки, не пугайтесь, схема вообще простыня, она состоит аж из 8 вот таких вот фрагментов, так что я сейчас ее как-нибудь сверну там аккуратненько, чтобы просто было понятно хоть что это такое вообще есть. Так, ой, вот, значит, что я вышила по этой схеме и убрала этот набор, потому что вообще было не до него. У меня вышита вот эта ветка, их лица, и я начала вышивать девчонке прическу. Вот этот вот металлизированный цветок, и вот здесь вот эта куча, это все, что синее, это куча бисера. Потом буковка А, это такие из белого бисера в косе, ну, я не знаю, лента, наверное, или какой-то там тоже элемент, но все это вышивается бисером. То есть везде, где вот такие вот цветосимвольные вставки, это бисерные, совершенно точно могу вам сказать, куски. Вот здесь, здесь, тут, вот это все из бисера. Вот этот вот весь у нее лиф платья, это тоже все бисерное. Вот схема как в зеленой деревне, вот эти вот закорючки, да. Посмотрите, сколько бисера в молодом человеке. То, что темным полностью, это нитки. Вот это и вот тут. Все остальное, девчонки, это бисер. Ключ в схеме, в наборе, просто чумовой. То есть представляете себе, да? Бисер, нитки, вот оно все это идет. Вот это бисер идет. Все это отшивается. Вот такая красота. Беру я его в отшив, не могу больше я ждать. Мне нравится и хочется. Канву в родном наборе мне пришлось убрать. Почему? Потому что она оказалась почему-то мала по размеру. И я взяла гаммовскую канвушку с
с перламутровым люрексом. Не знаю, видно вам? Ну, понятно, да, видно. Значит, что у меня на данный момент есть? Вот я начала отшивать бисером сразу прическу и металликом вот этот цветок. Сделала я парню бэк, но мне не нравится нос, и я совершенно думаю, что я буду его перешивать, это стоп. И, наверное, как бы не все еще это я буду перешивать, это точно не конечный результат. Металлик у меня родной фирмы, который есть в ключе. Вот такие цвета используются в этом наборе. Ну, очень красиво, это все вот это оранжевое платье. Вот эти два зеленых, вот этот вот цветок у девушки в прическе. Вот эта вот трава и прям насыщенный вот этот вот изумрудно, наверное, зеленый, да, такой цвет. Ну, класс. И вот такой вот голд. Gold Metallic. Вот, он тут тоже есть. Так, бисер, который используется, я купила пока только на прическу и девушке на платье, вот наверх платья. Здесь, значит, используется вот такой белый, вот такой золото. То есть пока у меня только три цвета из набора, еще больше я ничего не подбирала. И вот такой вот, ну, тоже, наверное, как-то золотой, ну, ну, вот они разные, два оттенка. Купила я несколько пакетиков. Девочки, у нас в магазине смешная цена. Не пишут на Арнелле номер бисера вообще, не знаю почему. Просто бисер для рукоделия. 5 грамм, девчонки, 50 рублей. Я как-то подохренела, честно, от этой цены. Говорю, 5 грамм, 50 рублей, ну, это вообще, да, то есть за... Сколько у меня пакетиков-то? Так, ну вот 100 рублей, 200, 300, 400. На 400 рублей я вот купила вот эти 8 пакетиков бисера. То есть, собственно, да? Обалдеть не стать. И больше я в этом магазине ничего брать не стала, потому что, ну, 400 рублей, вот что я купила? Что это такое? Номеров нет, ничего нет. Просто они фасуют вот по таким вот этим. Я лучше куплю в интернет-магазине, на каком-нибудь там сайте, где... Действительно, это я куплю. Ну, что это? Ладно. В общем, это я так взяла просто пока на начало как бы этой картины. Девчонки, сейчас покажу ключ. Ну, то вы только не падайте, да? Вот это ключ. Мне его пришлось отрезать, потому что он был с другой стороны схемы. Ой, где там конец-то? Вот это ключ. Это ключ. То есть... Вот смотрите по бисеру, что тут должно быть. Серебряный... Розовый, белый, золотой, ну, пурпурный, опять розовый с каким-то там оттенком. Ну, это, как понимаю, какой-то, не знаю, какой-то голубой, наверное, вон точка стоит, не знаю этого слова. Потом цветочно-белый, то есть цветочно-белый, flower white, или цветок. Внутри белая бусина, не пойму. И лемонгрен, вот такой вот в форме ромба, такая вот бусина. То есть, в общем, разбираться и разбираться еще с этим. Здесь номера-то стоят этого бисера, но они номера Доме. То есть здесь нету бисера, например, там той же Арнеллы. Не-не-не-не-не, тут только номера Доме. Дальше, вот это вот все, это все, вот это бэк. И вот, вот это металлик, вот он пошел, то есть вот, как я вам и говорила, металлизированная нитка и бисерные оттенки, вот они, бусы, бисер, вот они, это все, что бисером вышивается кусок, здесь представлен, а остальные, это получается у нас металлизированная нитка идет, вот. Металлик такой, в общем, я тут сидела, пока сообразила, какой что тут металлик должен быть, ну, короче, чокнуться можно. И тоже, видите, номера есть, вот, например, видите, как они делают, лепят, 2108, то есть вот такие вот, вот он у меня, 2108, вот он, то есть вот. Но, так как фирма закрылась, и все это уже нереально вообще купить, ну,
Я не думаю, что, ну, может, есть там один в одном магазине какие-то огрызки этого металлика, но бисер-то точно нет, уже его нет нигде. И вот такие цвета ниток. Я сейчас вам покажу цвета, они полностью совпадают с вот этими, как бы, символами по цвету. Так, сколько тут ниток-то цветов? 43 цвета выходит только ниток. Так. И вот такие вот очень яркие, красивые нитки. Много вот оранжевых, розовых. Но это платье у девчонки. Оно у нее как раз отшивается вот такими цветами. Это костюм молодого человека. Вот эти вот голубые нити. Ну и тут вот кое-что. Вот такие две планшетки. Цвета, кстати, вот как в зеленой деревне вот эти, да? Вот такие две планшетки, ниточек в этом наборе. Почему-то тут какая-то тоже была путаница. Я, кстати, долго думала, если по ниткам в ключе 43 цвета, 43, вот тут, смотрите. Так, а это по, вот это по факту повторы идут. Вот это вот повторы идут, но они... Почему-то нет такой, обычно они такую наклейку лепят с номерами, здесь почему-то нету. Набор, ой, какой очень старый, этих наборов уж нет в продаже очень много. Он у меня уже, ну, наверное, 3 года точно лежит, но и тогда, на тот момент, их не было совсем. В общем, ладно, вот этот вот отшив я хочу включить... в свои процессы, я хочу его продолжать. Мне нравится очень, как это получается, круче всяких мирабилек. Они здесь такие симпатичненькие прям, и очень яркая картина. И я очень хочу ее сейчас пошить, что, собственно, я и сделаю. Ну вот, наверное, и все. Хаеты, зеленую деревню я в отшив этой неделе не брала. Не вышло у меня совсем со временем, очень было вот прям буквально чуть-чуть. Но, тем не менее, я постараюсь на этой неделе там что-то прибавить. Ну вот, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока!